Владик, скажи, пожалуйста, а что ты знаешь о вопросах пожарной безопасности? Огнетушитель. О, молодец, правильно, огнетушитель. Хорошо. Но ты знаешь, что со спичками баловаться нельзя. Нельзя, правильно. И хотя с новыми безопасности жизнедеятельности эти ребята владеют уже довольно неплохо, в случае, когда дело касается обращения с огнем, совсем не лишнее напомнить и закрепить простые правила поведения в чрезвычайных ситуациях. А чтобы информация усвоилась лучше, внимание детей представили поучительный спектакль, в основе сюжета которого история о сбежавшей спичке. Юмористическая сказка на современный лад, яркие персонажи, музыкальное сопровождение. С первых минут спектакля ребята погрузились в захватывающее приключение. Эффект от просмотра вот такого спектакля огромнейший. Он рассчитан на детскую аудиторию, для детей. Вот эти элементы, эти азы, азбуки безопасности в таком возрасте, они очень здорово воспринимаются. Коллектив Брестского театра «Кукол» творчески подошел к подготовке спектакля на важную и всегда актуальную тему – безопасность при обращении с огнем. Пример сказочных героев стал поучительным. Ребята увидели, как следует себя вести в случае возникновения опасности и как категорически нельзя. Еще одним уроком стало то, что даже малейшая случайность может повлечь возгорание. Предупредить пожар можно, будучи всегда бдительными и внимательными. Все это маленькие зрители усвоили благодаря художественной постановке. Эффект от такой формы профилактики пожарной безопасности огромный, уверены брестские спасатели. А потому было принято решение показать спектакль ребятам из разных уголков Брещины.